Всем привет! Ну что, сегодня стартую в Москву. Вот уже посадка объявлена. Так что следующая встреча у нас в Москве. Приехал я в Москву уже. Сейчас буду размещаться в гостиницу и там по ходу буду показывать, что тут интересного. Планов много, не знаю, успею ли я все. Так что следим, не выключаемся. Так, буду показывать такие достопримечательности, что увижу. Вот сзади меня вот такой вот сруб деревянный стоит. Это вот я сейчас продвигаюсь в сторону Измайловского вернисажа, где находится антикварный рынок, ну, блошиный типа такого, центральный московский, самый основной. Вот. Гостиницы Дельты этой мест не казалось. Ну как, оказались там места, но очень дорогие. За 2400, 2600 за сутки что-то мне не захотелось брать. Поищем гостиницу попозже, а сейчас пока следуем вот в этом направлении. Вот за мной, как раз за спиной, и находится Измайловский вернисаж. Вот такой вот как бы старинный Кремль сделан. Ну, это все новодел, конечно, но красиво. Мы, в принципе, центральный ход попадаем. Здесь вот все и начинается, как говорится, рай для туристов. Матрешки, шкатулки, гжель, хохлома, палих, вологодские платки. Что там еще такое бывает обычно? Лаковая миниатюра, бронза. Короче, все на любой вкус. Вот такие вот шкатулочки здесь красивые. Шахматы резные. Вон какие матрешки. Вот это тут весь нижний ряд. Ну, первый, будем так говорить, занимает. А вот такие пасхальные яйца гигантские. Красота. Красота. Роскошь и красота. Тут всякие народные такие наряды русские, шкатулочки. Тут можно долго ходить, рассматривать. Очень много чего интересного. Правда, это лучше делать летом, когда не так холодно. Но здесь такое все советское прошлое. Подшлемники танковые. Советское время. Торговля идет бойная. Бойкая торговля идет. Ну, тут очень много рядов, если так ходить, памяти в этом планшете, в телефоне не хватит. Ну, много чего однотипного такого, конечно. Вон там янтарь продается. Вот такой вот Кремль. А уже на втором этаже там антикварные лавки идут. Тут интересно, что же это в сале распродажа. Дед Морозики. Деревянные. И такие вот ряды. Фотоаппараты. Во, значки советских времен. Вот тут красота какая. Картины тоже есть хорошие.
лаковая какая-то миниатюра. Даже не миниатюра, но вещь. Вот. Тоже. Тут и палики, и гжели. Чего-то только нету. Его. Пласты, Битлз. Это больше все с Новым годом связано, тут смотрю, новогодних этих. О, какие подносы. Так, мы пока пройдемся внизу. Галерея, три богатыря. Здесь все такое резное, шкатулки. Ну и тут дальше тоже все. Как видите, много. Много здесь чего. И вот здесь по низу, если идти в ту сторону, то тоже слева-справа сувениры. А вот уже там, на второй этаж, если подняться, там уже типа блошиного рынка и антиквариата. Смотрите, какие изделия красивые. Это все из кости бивень мамонта. Ручная работа. Красотень, одним словом. Какой классный мамонт. И сколько такой мамонтенок стоит, если не секрет? Вот это? Да, да, да. 30 тысяч. Сколько? 30. Вот, серьезная заявка. Тут вот по первому ряду, этому внизу, по нижнему. Многие, конечно, не разрешают себя снимать, стесняются или шифруются. Вот здесь все такое шерсть, шерстяное. Такие развалы серьезные. Ну, а с некоторыми можно договориться, поснимать там. В общем, надо спрашивать, без разрешения некоторые говорят, а кто-нибудь вам разрешал снимать или нет. Ну, вот такие вот орденухи, медалюхи. Сейчас дойдем до конца и поднимусь уже на второй ряд. Можно снимать вас? Вот, смотрите, какие тут, как они там, тролли это или кто? Это тролли? Или... Тролли. Вот. Все деньги уже потратили. Мы тут последний день, так? Уже останемся на память себе. Да. А мы сверху начали. С Беларуси. Показываю, что здесь можно купить. Говорю, приезжайте летом, зимой холодно ходить. Летом можно и прогуляться, да, и красивее, и все интереснее тут все это дело. Вот такая вот красота. Красота. Тут бюстики все такое вот. Интерьерное. Снимать можно, да, здесь? Спасибо. Матрешки. Вологодские платки. Так, и вот это я, значит, сейчас нахожусь на измайловском вернисаже. Это как бы здесь все это находится внизу. На первом уровне все рассчитано на иностранцев, на китайцев. В общем, на западного туриста. А нам нужно... Мы движемся на второй этаж. Вот это Кремль такой красивый. На второй этаж, вот на второй, вернее, на второй уровень, на втором уровне там уже расположено это, такой блошиный рынок, вот, по этим ступенькам поднимаемся, ну, я думаю, кто не был в Москве, там, конечно, будет интересно, а кто здесь частенько бывает, этим никого не удивишь, но так вот. Интересно. В общем, вот здесь начинается такое, типа антикварные ряды. Вот. Серебро до злата.
Вот такие вот вещи по великому вату разрешили поснимать. Так тут сейчас тоже у них строго, особо нельзя. Но тут вот видите, для реставрации можно, кто занимается, тоже у них не очень стало, как и у нас, можно сказать. Вот, вот такой медведь здесь. Ну вот, в принципе, здесь сейчас уже народ собирается, можно немножко поснимать. Вот это второй ярус, второй этаж, здесь второй уровень, где торгуют антиквариатом. Здесь такие павильоны, прилавочки. Сегодня, как я говорил, это воскресенье, поэтому народа поменьше, в субботу здесь больше бывает. Я тут порешал все свои дела, теперь думаю, можно немножко и поснимать, пока хватает заряда батареи. Так, вот там, где вдали, там вглубь, это там уже где попроще, чем торгуют. Здесь вот уже более такие антикварные лавки. Какая картина, Средняя Азия. Ничего. Ну вот тут ряды такие идут. Все. Все антикварное, все старинное. Здесь вот ковры продают. Ну и вот здесь тоже тут есть ряды. Будем говорить, как блошиный рынок. Огромные. Сегодня мало народа, холодно. Или уже сворачивается. В субботу обычно здесь больше людей бывает. Картины. Картины, картины. И охота людям таким морозом торговать. Ну, деньги надо зарабатывать как-то, в какую-то копеечку. Вот это новая часть, такая не было раньше здесь. Вот. Ну, здесь такое, все попроще, подешевле. Там, где подороже, где особо не разрешают снимать. Все как-то... шифруется. Не море, хоть ладно, на земле. И вот такой крем там виднеется. Приближается монопоезд. Не наш, конечно, но вот так он выглядит. По наземному этому центральному московскому кольцу сейчас такой бегает. Современный. Это снова я. Ну что, еду в монопоезде. Это вот новая сейчас такая дорога проходит на поверхности. Можно сказать, тоже как метро. Новая кольцевая. Ну как новая? Может, она уже давно запущена. Я это по ней первый раз еду. Так что вот такие вот вагоны, такой вот поезд. Аккуратно все, тепло, и даже есть подзарядки для смартфонов, айфонов, планшетов. То есть комфортно, удобно. И Москву можно посмотреть через это, через окно, а не то, что в этом метро едешь и это и видишь только одну темноту. Вот, а сейчас еду в этот в торговый центр посмотреть обувь или попу, надо такую какую-нибудь комфортную, непромокаемую, чтобы ноги не сбивались. Ну, посмотрим, что по ценам там померяем. Так что планы пока что вот такие сегодня. Все, не переключайтесь, следите за мной. Будет интересно. Вот такие розетки для подзарядки планшетов, айфонов есть. И вот такой вид. Вот мы проезжаем сейчас. Это такой Кремль, измайловский вернисаж.